Ничего страшного. Нет. Это естественный усилитель. Дырявый. Хорошо. Нормально так. Хорошо, нагревается потихонечку. Ты уверен, что я донесу это туда? Оно же уже не молоком будет, уже... Уже загустим. Тогда все здесь, я... что нам? Нет, там, да, сказали там. Андрюш, иди, привет. Голландский попробуй, который вызрел. Привет, я руку подавать не буду. Попробуйте голландский, который вызрел. Помнишь, ты там добрал? Который я пытался? Да. Здесь у нас сычушку фермент мы уже внесли, да? Все, перемешали. Ждем. Попробуйте, это вот то, что получилось. Нагреваем здесь и потом... А вот возьмите, вот здесь вот есть. Возьмите покушайте. Там уже с травами качок, а это сейчас будет моцарелла. Качок там. Да. Оттуда не надо еще. Нет, чуть-чуть. Я ухожу просто. Я опасно. Без головочки хотите? Я говорю, это для голодных монахов-бенедиктинцев. А вы на мастер-классе какие можете сыра? У меня будет тема итальянские сыры в России. Вот как раз таки моцарелла. Вот этот вот. Ну, как скажите. Пармезан. Как раз таки три вида сыра. А его же выдерживать надо? Да. Пармезан выдерживать. Но будет еще монтазио. Монтазио это быстрый сыр, который недолго согревает. Чуть-чуть суховат. Так вот, придираться он суховат. Да. Все вы уже? Давайте, завтра вы придете, да? Вам заквасочку надо завтра приготовить. Расквасим. Я уже пристроил. Может, не хочется тут поцарапать? Маленький, да. А мне все спрашивают, а как пройти сертификацию? Вот молодой человек, который мне проходил сертификацию сыра. Так что, если интересно... Этот молодой человек мне нужен будет тоже. Этот молодой человек мне нужен. Все так говорят. А потом... А какой именно? Ну, что, я телефон передам. Это с козьим молоком, с добавлением, да, козье коровье. И вот здесь тоже козье коровье. Это с бузиной, это был с красным вином. Это с чем? С бузиной. А сколько стоят эти сыры? Я их привожу в Москву на заказ, от 1000 рублей цена идет. На килограмм, да. Ну, то есть я везу только на заказ, здесь сейчас нет. Если вам нужно будет, например, скажем, к Новому году, да, то вот возьмите визиточку, я вам могу сделать. Только, да, только за вот этого, да, и вон ту возьмите. Вот здесь вы можете заказать сулукони и что у вас еще там? Сулукони? Какие есть? Сулукони, голландский, пармезан. Он же джугас, да. Точнее джугас пармезан, да. У меня вы можете с плесенью бри заказать. Две компании. Да, она в Липецке, мы в Тверской области. И разные сыры. И у вас много есть козьего, да? Ну, в общем-то, я обучаю сыроделию. Она обучает. Вот мы у нее научились, начали делать сыр. Она обучает и дает... Ученик мой маленький. Маленький, один из самых маленьких. Это вот только что сварили качок. Итальянский сыр. Только что. Вот прям сию секунду форму выложили. И варим моцареллу. Сейчас варим моцареллу. Мы сейчас пойдем в 5 часов туда. Моцарелла продаваться не будет, она будет вся пробоваться. Так, а сейчас сколько времени? Уже 4 почти сейчас. Вот такой продается. А вот это что? Голландский продается. Голландский. Очень вкусно. Попробуйте. Он очень. Голландский продавал, что осталось, голландский мы можем продавать. Нет, пармезан вот остался вот немного. Начинаем точнее, к отчету мы переворачивать. Вот так вот у нас. Семейство пармезана, но и джубас. Чтобы ровненькая форма, да? Да, конечно. Вот видите она у нас. Полгода. Дальше. Так, вторую. Тут колыхается что-то. Переворачиваем.
Сыворотка отделялась, хорошая форма у сыра была. Ровная. Вот, пожалуйста, как раз. Недолго его так оставлять, пока не перестанет течь. Это голландский, вот это какой вот этот? Вот это голландский попробуйте. Голландский вот это, который? Да, да, вот, вот. Носим вот, 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 да, вот, фермент. А, с дырочками есть голландский, да? Да, да, это осталось чуть-чуть. Сулугуни, если хотите попробовать. Сулугуни весь съели. А голландский можно прикупить? Да, можно. Давайте. Ты 1000 рублей килограмм. Она на 1000 рублей, там кило 50, кило 100 примерно. Да. Это, условно говоря, это весь сыр ручной работы. Это не производство, то что там в составе только что-то. Фермент, молоко, соль, соль, больше там нет. Закваска. Закваска, извините. Ручки не принимаете? Кого? Нет, нет, не умею. Нет, у нас такого. С карточкой, Тебе карточки не нужны? Ну, по-моему, вообще прекрасно. Ох, пошел сыр. В общем, медитативно и не торопясь выливаем. Выключим. Я уже выключила шарики. Шарики будем там крутить. Сейчас надо воду закипятить очень быстро, потому что нам кипяток очень нужно будет. Смотри, где этот чайник притырить? А во что нам кипяток? А мы вот сейчас ее шарики закипятим. Вот в кастрюльке большой закипятим. Все, все, закрываем. Проще говоря, я в кастрюлю нужен кипяток, правильно? Да, крышка. Крышка. И оставляем. Сколько? 30? Да, минут 30. Оставляем. Сколько у нас по времени? Минут 30. Да. Еще раз. Это голландский сыр, ему полтора месяца. Да, сейчас есть время успокоиться.